На пустыре была война, по всем законам шла она. Ребята дома номер 5 на нас решили наступать. Мы дружно дали им отпор, держался насмерть весь наш двор. Пришла пора нам наступать, в бою ведь надо побеждать. Поднялся Мишка, мой дружок, воткнул свой автомат рожок и крикнул голосом чужим: «За мной, в атаку победим!» Раздалось дружное «Ура!» и снова понеслась игра. Пошли в атаку на пролом. Нас встретили сплошным огнем, огонь ряды наши косил. Пришло залечь, не стало сил, но Мишка все кричал: «Вперед! Всех пристрелю, кто не пойдет!» Но как продвинешься вперед, когда в упор пулемет, и гибнут все мои друзья, а там и очередь моя. Я поскользнулся и упал, и когда в луже я лежал, мне стало ясно: подрастем, за правду на войну пойдем. И будет Мишкин крик вперед, и будет бить в нас пулемет, и будут умирать друзья. От пули упаду и я. Мне расхотелось так играть, я домой поплелся спать, забросив в лужу автомат. Теперь я больше не солдат. А завтра наши детворе я заявлю на пустыре: не надо нам в войну играть, никто не хочет умирать.